Так, сейчас я хочу протестировать гладиатора в ТДС. Я его купил, так и не тестировал. Пришло время, вот. Да, пойду, скорее всего, на Rocket Arena. И буду просто гладиатора там ставить. Ну, возьму там, пойду на монт, возьму там по мелочи круг босса, эльф-кампы, не знаю, фирму, какой-нибудь диджея. Гладиаторов там. Вообще командира бы. Хотя у них вроде есть способность, когда они быстро бьют. Блять! Я понял, что я сделаю. Забудьте мои слова. У меня появилась охуенная идея. Он ли ближники? Он ли мать твою ближники? А ближник у нас какая? Крайне важный диалог был. Так. Гладиатор, садик. Не знаю, почему садик. И вот Вардан здесь, кстати. Ну да. Вот. Хорошая, само собой, надо фермы. И вот тут уже идет вариант. Либо этот. Либо командир, либо диджей. Скорее всего, возьму диджея. Да, возьму диджея. Мне больше диджей, на самом деле, нравится. Это у этих командиров еще, блядь, прожимать их 3 надо 100. Все, поставил одного диджея, музыка играет, там он бафы дает, все. Нормально, радиус нужен им еще, они же ближники, радиус при них большой будет, все, кайф. Вот, ближники он ли, то есть теперь не Следжер и Вардана, а теперь еще и Гладиатор. Не знаю, кого вначале поставить. Вот. Ну, на Рокторену пойду, нахуй брекеров. Молтон. И там квестики у меня. Ну вот на Вигелансе. Хуйня. Так, я так полагаю, это в молты не победить. Ну я вот так вот возьму. Для прикола чисто. Чем в магазине, может, по скинам?
Да ни хрена. По эмоциям тоже. ТДС. Музыка мне нравится здесь еще. Яйцо какое-то. Бля, подожди, мне подлагивает, мне кажется. Будто бы есть просадки. Бля, как там FPS в Роблоксе смотреть сейчас? Без этого автербанера. Там, я помню, можно нажать вот какое-то сочетание Ctrl-Shift-F5. Вот я правил, вот я хотел вот это сочетание посмотреть. Ну, типа, я могу автербанер этот ебаный открыть, но нахуй. Я бы, наверное, закрыл. Не-не-не, потом. Бля, я FPS в Роблоксе. Маловато, мне кажется. Вот что-то до 30, глянь, проседает. О, хуя. В Роблоксе. Вообще. Чего FPS вообще в Roblox сильно зависит? До 29 падает и ниже бывало еще. Пиздец. Ори. Разочарован. Хотя мне скорее похуй, чем я разочарован. Вообще так. А, глянь. А, сколько FPS, сколько FPS. А, да какого хера 17? Глянь, 60, потому что игроков не было. Ладно, давай берем Rocket Arena. Ну и поехали. Собственно говоря, да давай ты нажимайся, ебаный игра. Так. Ага. Че гладиатор обзор будет. Ни разу за него еще не играл, но знаю, что он лучше голд скаута в плане спидрана. В идеале его бы, знаешь, поставить куда-нибудь. Я, кстати, не знаю, лимит у них есть или нет, хуй его знает. Знаешь, как их вот их сюда куда-то вот поставить, прям чтобы не разъебали. Вот сюда два надо поставить, и прям дикий спидран будет. О, да, я, наверное, так сейчас и сделаю. Давай сейчас вот сюда одного. И вот сюда одно. Глянь. Вот такого вот сперма-гладиатора. Чисто, да, как бы. Разъебали. Давай ферму. Скин Вигиланте классно, кстати, да. Это дикий спидран. Тут капец какой-то. Никто не выживает. Блять! Сука, не оправдали себя. Да ладно, ладно. Ну что, это было классно. Вот сейчас что-то я проебался, наверное, надо было качать их на первый. Глянь, они теперь охуенно выглядят в этой жилетке. Ебать. Сука, сколько денег-то? Засыпали меня, блин. Способность откроется. И вообще разъебывать буду.
Как думаешь, они босса разъебут? Мне кажется, надо способность ему качать. И тогда может быть. Ну, блядь. Ну, ёбаный был. Интересно, конечно, они там всех реально пунктят. Короче, сейчас фермы диджея качаю, вот, а потом нормально идет разнос. Нейтральный спидран какой-то получается уже. Прям очень быстро в том плане, да. Кровь. Блин, что-то все проходят. Наверное, что-то делаю не так. Ну ладно, ладно. Нет, не проходите. Посмели мы. Бля, скрытый прошел. Ладно. У него раньше плащ был, что-то. У него руки нету.
Плач, может быть, и был, у него руки, блин, нету. Блин, ну бывает у него. Херачьте. Дикая миссия. Таких надо побольше, чудо-ют поставить. Просто потрошат. Ну ты серьезно, мне сейчас по одному надо принимать. Пиздец. Не оставляют шанса. Блин, мне еще психотик прокачивать реально. Ура, рука. Рука появилась. Сколько максимум реально гладиаторов можно? Да почему так уебищно? Ну каждого прожимать это пиздец. Ну мне не нравится, что до них две не достает, ну ладно. Зато хотя бы быстро всех убивают они. Все, нет никого уже больше. Реально имба.
Глянем, похрен на улучшение. Давай, бей, бей. Он ли ближники разъебали? Да, у меня мог быть еще экзиционер, топсиганер. Но, увы. Зато у меня есть эти чуваки. Медали. Опыт, ура, 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 ура. Спасибо. Опыт. Протестировал его, он в целом. Мимба. Мимба. А чё тут? Так, вот это надо. Ну, допустим, вот это тоже. Так. Все, с этим все окей. Так, какие тут, блин, игры есть классные. Да тут никаких, вот мне надо было в Лего Фортнайт пойти. Сейчас пойду скоро.